Получил ваше письмо. Большое спасибо. А самое большое спасибо за ваше поздравление в честь моего 25-летия. Живу я, милая, по-старому. То есть на моем фронте существенного ничего не произошло. Милая мамочка, ты спрашиваешь, какие у меня волосы? Сначала показалось малость седых, но я их вырвал, так что теперь нет много. Только морщины на лбу. И что делать, не знаю. Здесь быть не может робких и слабых, а сильные наперечет. Борется, бьется в дорожных ухабах маленький грузовичок. Словно по кругу привычная гонка, так бесконечна война. Сидит за баранкой машины девчонка, только не знает она, что будет месяц май, и будет путь домой, и на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой, и защемит в груди, и в горле встанет ком, радость в глазах слезит. Здравствуй, ну здравствуй, дом. Прощай, мамочка. Я погибаю. Не плачь обо мне. Я погибаю одна, но за меня погибнет много. Мама, придет наша родная Красная Армия, ты ей передай, что я погибла за Родину. Пусть отомстят за меня и за наше мучение.
Мама милая, еще раз прощай. Мы ведь с тобой больше не увидимся. Я погибаю. Как же хотелось еще пожить. Мне всего 20 лет. А смерть уже глядит в глаза. Мама, я так хотела служить и работать для Родины. А эти варвары-убийцы отнимают у нас нашу молодость. Я сейчас нахожусь в смертной камере, жду с минуты на минуту смерти. Они кричат нам: «Выходите!» Идут к нашей камере. «Ой, мама, прощай!» Целую всю семью последний раз с последним приветом. И поцелуем. Прощай. Совсем не замечаю, будто не узнавая, я тихонько прошагаю своей судьбы по краю. Там, за этим краем, может быть, себя найду, а может быть, и потеряю эту любовь, как бездну. В этом море неизвестность, я с крутого луна. Из города Ржев. 22 июля, 9 часов местного времени, утро. Здравствуйте, дорогие моему сердцу, Шура, мамаша, милые дочурки, Любовь и Нина. Привет маме Нине, тете Наталье, Вере, Васе и всем остальным родным и знакомым. Отсюда поедем своим ходом. С поезда выгрузились. Кое-что я уже увидел здесь. Машины пока не имею. Поехали с Николаем, привет от него. Все благополучно, желудок не болит.
Скучаю без вас. Но скучать не придется. После победы возвращусь домой и опять будем вместе. Целую крепко. Всех. Куда это нас приведет? Ты слезы соленые, слова все наоборот, такие не больные. Мы прячемся за тишиной, а что нам останется? А мне тебя почему не скрыться, не спрятаться? Двое не спят в этом городе, так тихо летят, посмотри. И если вокруг темно и холодно стало здесь, ты знай, что мы заодно горим так ярко. Если Милая Лида, ты хочешь вызвать меня телеграммой? Нельзя. Не сердись. Полеты в разгаре, но ведь ты же умный, ты же понимаешь, что мне доверено самое дорогое — защита Отечества. А чтобы его защищать, надо учиться. Ведь даже тебе я не буду нужен недоучкой. И потом, понимаешь, я эту даму со звучным именем Авиация люблю так же сильно, как и тебя и Волгу. Так что терпи. Жена летчика — это не так-то просто. Нам любовь велела и
чем мы в пути. В тучах молнии всполох, ты летишь так скоро, мой не слышен голос, глуши шум мотора. Хочу проснуться, что тебя коснуться и Никогда я не прожил бы жизнь так, если бы не ты, Варя. Спасибо тебе, родная. Человек стареет, а небо вечно молодое, как твои глаза, в которые только смотреть да любоваться. Они никогда не постареют, не поблекнут. Пройдет время. Люди залечат раны, люди построят новые города, вырастят новые сады. Наступит другая жизнь, другие песни будут петь. У тебя будут расти красивые дети, ты еще будешь любить, а я... А я счастлив, что ухожу от вас с великой любовью к тебе. Твой Иван Колосов. Спасательный круг. Поперёк.
тебя бескрайнее море. За ним, за тебя, а дальше... Так,